Ранку, друзі, це ранкові курасани. Славко, не погоджуся з тобою стосовно щодо нашого гаранта. Наш гарант вміє розповідати байки, але в даному випадку я вважаю, що його опоненту потрібно було менше ходити по київських клубах. Тоді б і в сон не тягло. Наш гарант скоро буде з цілу низку відеоробіт або книг про ось такі казуси. Ну, казуси чужих, вибачте, не поважати Віктора Федоровича, панове. А ось і наш дизайнер. От не погоджуся і не погоджуся. Президент теж має право потусити і джигі-джигі-джигі. Ну і що, що президент? Що він не людина? Ми якраз сказали не про президента. Ми казали, що президент нормально розповідав, а той, хто його слухав, тусив всю ніч. Так це президент Чехії, Мілош Земан. Він що, не людина? Хай тусить собі, але гаранта хай слухає нормально. Друзі, у нас сьогодні в гостях чудова людина. Це не дизайнер, але це людина, яка, я розумію, що в Смоліні, так, ти брав участь в колекції? В'ячеслав Соломка у нас сьогодні в студії. Дивіться, зверніть увагу. Як він сьогодні гарно одягнутий? В нього метелик сьогодні. В'ячеслав Соломка Бурба в студії ранкових курасанів. Людина, яка вдягає багатьох селебриті, зірок шоу-бізнесу, політиків. Слава, скажіть, будь ласка, ми хотіли б вам поставити декілька запитань стосовно щодо капризів наших селебритів. Наприклад, ви, я знаю, вдягали Ольгу Фреймут неодноразово в різні одяги. Катерину Осадчу, розкажіть, будь ласка. Розкажіть, будь ласка, як вони поводяться, коли ви їх вдягаєте? Знаєте, якщо навіть вони іноді були і невдоволені чимось, я знімав ремінь і шмагав їх. І тоді вони погоджувалися вдягати абсолютно всі вбрання. А хто? Ви спілкувалися з Оленою взагалі? З ким? Ні, почекайте. Хто найбільш невдоволений, як правило, серед ваших клієнтів? Хто головна капризуля? Так. А хто головна капризуля у нас на телебаченні? Я не знаю, я перший раз, я не знаю. Знаєте, я ніколи не висловлююся якось так критично або погано про людей, з якими я працював. Тому ніякі імена називати, вибачте, я не можу. Зрозуміло. А ви спілкувалися з Оленою? З Бурбою, так, ми знайомі, в принципі. Ви знаєте, як вона якось спілкується? Тому що ви так її пародіюєте, копіюєте? Ні, я її не пародію її поки що. Олену пародіювати? Ні, її можна пародіювати? Ні, я не знаю, як зараз її зараз в нашій студії, я поясню, має з'явитися Олена Бурба, дизайнер одягу, молода мама. Але вона дещо спізниться. Але вона трошки спізниться. Славко, я, наприклад, нічого не знаю про цього дизайнера. Скажи декілька слів, з ким вона працює? Слухайте, вона вдягає дійсно таких багатьох. Це людина, яка сукні якої вдягають більшість, особливо жінок українського шоу-бізнесу і телебачення. Це Оля Фреймут, звичайно, тому що Олі дуже багато сукенок, як вона каже, які для неї зробила Олена Бурба. Сукеняточок. Але ще сукні, чи може є якісь костюми? Прийдеш до жінки і скажеш, дивись, таку сукенятку прикупив. А скільки в тебе сукеняток? Чи маленька? Лише сукні вона? Вона різні вбрання робить. Потім це і Катя Осадча, це і, здається, у Маші Єфросініної є її вбрання. І наших так званих політес вона вдягає. Тому, в принципі, але знаєте, от поки ми чекаємо Олену, я хотів вам розказати, я був цю неділю на модному показі моєї подруги, дизайнер є Олена Іванова. Вона дуже талановита дівчина, все добре, ми давно спілкуємося. Але, значить, там була така історія, дуже такий у неї показ такий, дещо колекція, є якісь андеграундні нотки в цьому, як мені здалося, я не фешн-експерт. І, значить, вона іде, от така виходить модель, все, у неї така, значить, блузочка, тут якісь такі штуки. У неї все такого, дизайнера чи у моделі? Ліна Іванова, ну моделі виходять, значить, тут такі бріджі, все стильно, якісь такі штуки, все. І вона, значить, проходить по подіуму і заходить за нас, а в неї ззаду на спині, я рота відкрив. Отаке, знаєш, не матюкайся, що ти. Отаке волохате покривало від дивану. От реально таке рожеве, зроблено так. Я так мислив, знаєш, така імпозантна йде, і раптом отаке волоха рожеве. Це налипло. До речі, у нас, Ліночка, є відео з останнього показу Олени Бурби на Ukrainian Fashion Week. Може, ми її почекаємо? Ні, давайте подивимося. Отже, відео, будь ласка, Олена Бурба. Вмикається відео просто зараз. Зараз студія нас розіграє апарат. Ні, спустили. Хто кого? Вау, яка сукня гарна, я хочу таку. Ну і звичайна сукня. Що тут такого? Це не сукня, це спідничка. Сама себе вбила. Дуже гарний колір. Мені нагадує. А у них цікаво, у всіх ноги рівні? Чи є такі кривоваті? Так, є кривоваті. Там же деякі покази беруть спеціально тільки кривоноги, клишоноги. Окастих, так? Спеціальні. Так.
А поки ми дивимося показ моди, до нас приєдналася Олена. Олена Бурба – це український модний дизайнер, представниця Ukrainian Fashion Week. Олена, ми ж роздивляємося, що ви там показували на останньому Ukrainian Fashion Week. Приємно. Приємно, звичайно. Надіюсь, вам подобається. А що це за тканина? Сподобалось дуже. Ще раз нагадуємо, сьогодні у нас все-таки з'явилася довгоочікувана Олена Бурба. Дякую, що звітали до нас. Дякую. Ви таке враження, що ви з ранкової пробіжки. Бігли в студію своїм ходом. Ну, почти так, да, потому что так сложно было к вам пробраться через эти машины. Ну, зуміли, зуміли. Ліна, одразу, от я поки що, поки ви трішки спізнилися, я розповідав своїм колегам про вас, тому що ми з вами вже знайомі. От розкажіть зараз для них, все-таки кого з українських, так мовити, селебріті, зірок, шоу-бізнесу і політичної еліти ви вдягаєте? Тільки не починайте фразу, що я не можу всіх називати. Ну, скажіть, хто ваші клієнти? Нам хочеться це знати, і глядачам. Ну, насправді, я... всегда говорю о том, что я не гонюсь за публичными людьми, потому что у меня хватает своей работы. Я считаю, когда ты делаешь качественные вещи, качественные коллекции, это гораздо важнее. Публичные люди приходят сами, когда им нравится твой стиль, им нравишься ты, нравится сотрудничество. Но сложность работать с такими людьми, потому что у них никогда нет времени. Нет времени на примерки, нет времени на разработки, нет времени вообще на общение, которое нужно по делу для того, чтобы создать тот или иной образ. Поэтому это крайне сложная работа. Я не берусь за всех, я иногда даже отказываюсь, потому что я понимаю, что у меня много проектов, и еще один публичный человек – это как еще один проект, с которым сложно. Но я счастлива, что ко мне приходят те люди, которые действительно мне нравятся. Вот, допустим, недавно мы познакомились с Лилией Подкопаевой. Вот, и сейчас мы плотно с ней сотрудничаем, и это прекраснейший человек, с которым так приятно, по-дружески. Я всегда нравится то, что я придумываю. Иногда даже нравятся какие-то образы, которые на мне я демонстрирую. Ага. Вот. И вот она очень благодарный человек. Он приходит на показы, всегда в моей одежде. Это очень приятно. Очень люблю Катю Осадчу. С ней много работаю. Уже и со всей ее командой знакома. И даже вот на день рождения у нее была. Уже вышли в раздумку. Мамы станем. Вы, ну, продолжите имена. Только имена почалися. Фрейм, вот, кажут, что у вас дуже капризує. Важливо вам якісь там конфлікти з вами постійно. Це Славко нам розповідав. Коли це я сказав? Найголовніше, що Олена при цьому сказала, я не знаю, а що влаштовує. Мабуть, можливо, колись, але без мене. Я думаю, що це все сплетні. Перші леді, Юлечка, перші леді вас вдягаються? Ні, к сожалению, как-то не случалось. Ну, вот, что-то не ну, вы бы працювали, вы бы не відмовляли. Но на самом деле, я думаю, что ну, грех отказывать. Я бы попробовала. Я бы попробовала. Олена, а с чего все началось? От ваше захоплення дизайном и взагалі чому? Ви хворі були на моду завжди, як всі з дитинства, чи пізніше у вас це сталося? Ну, вот все говорят, да, что вот я считаю, вот маленького ребенка, у меня дети, да, уже понятно, что кому нравится. Я вот уже вижу, допустим, по моей девочке, да, по доченьке своей, что ей нравится одежда, и она фанатично там перебирает вещи, гардероб, и она на самом деле очень удачно подбирает. То есть, если она берет там что-то, вот розовое, например, да, она вот к этому розовому как-то, может, она меня наследует, да, в какие-то моменты подбирает там не только розовый, но какой-то зеленый там. А хотя вариантов у нее очень много. Особисто вы сколько штор зіпсували маминих? Я бы не сказала, я вообще ничего никогда не портила. Все одразу вдало переробляла. Да. Я даже ничего не переделывала. Мне просто мама шила. Вот, она меня одевала, когда я была маленькая, был дефицит. Поэтому потом, как бы, я когда что-то хотела, мы переделывали. Я помню, там какие-то были проблемы, на самом деле, с джинсами даже, ну, у меня в детстве. Вот. Ну, слава богу, я всегда была очень стройной. Вот только росла вверх, да, а талия не менялась у меня. И мы с мамой там переделывали эти джинсы все время. Там сначала резали, потом разрушали. Украшивали, потом цвет меняли, потом варили их там что-то. Ну, то есть, она меня подключала к этому вопросу, к этой проблеме джинсовой. Чему у вас период в жизни, когда вы были моделью, дизайнером? Вот, нет, никогда у меня такого не было, если честно. Никогда я не обладала модельными данными. Тренд весна-літо 2014, наступний рік, от такі тона більш такі тендітні, ніжні, так, толерантні. Чому саме ось такі кольори? Чому які там кольори світлі такі, голубенькі? Хтось сидить і визначає, зібрались 5 пацанів, дизайн, і кажуть, цього року буде така мода.
мода. Ми наштампували стільки то тканин. Як це відбувається? На самом деле, ну, правда в тому, що є трендбуки, да? І є трендові цвіта. Я завжди говорю о тому, що дизайнер, ну, естественно, є чутьё у тебя, як у дизайнера. Вот, що нужно вот это использовать, да? Или що нужно таку фактуру брати, потому що вона більш моднее, з неї інтересніше фасони получаються. Вот. І також є трендбуки, вони стоять бешеных денег, на самом деле. І коли я їх покупаю, я завжди так от сердца отрываю. Но я считаю, без этого никак. Ты должен понимать, что модно будет в следующем сезоне. Но эти трендбуки, они идут и на 15-й уже год, да, и на 16-й год. А кто эти трендбуки складает? Так, вот просили. Ну, на самом деле, я думаю, ну, что отношение к этому имеет, естественно, промышленность, которая выпускает ткани, и разные фабрики. И сейчас фабрики, с которыми мы сотрудничаем, они тоже делятся. В некоторых фабриках как бы спад идет такой вот продаж, а некоторые наоборот, кто производит, допустим, жаккардовые материалы, французские фабрики, у меня сегодня, кстати, встреча с французской фабрикой, вот, которая, вот они делают жаккард уже очень много лет, и сейчас, только сейчас они на самом пике, хотя, как бы, потому что это самая востребованная ткань. Так. Сейчас отходят от гипюра и больше переходят к плотным материалам, жаккардовым тканям, набивным тканям. Ваш, вибачте, ваш одяг носит зірки, вершки, як то кажуть. А чи віддавали ви коли-небудь свій одяг простим людям? Не тільки вашим знайомим рівнем, чи не практикували? Ні, я не на себе, я просто кажу, мені цікаво, от вас не виникало думки когось вдягти? От людина вам сподобалась? На самом деле, вот, я просто не люблю об этом никогда распространяться, но вот у меня на Ukraine Fashion Week был случай интересный очень. Я для одной передачи, меня попросили, я подготовила платье для женщины больной, которая лечится, и она очень сильно хотела платье розовое, чтобы проехать на розовой машине и радовать детей. И это такая замечательная идея. Мы ей подготовили платье, мы ей шили его вот как бы по фотографии просто, но ей подошло, и я пригласила ее к себе на показ. Вот и на показе в рамках пресс-конференции Ольга ко мне подходит, благодарит меня, дарит мне подарок, она делает своими руками прекрасные. Прекрасные стаканы, как оказалось потом, это не стаканы, это подсвечники, а мы из них пили. Вот. И она нам это дарит и говорит, спасибо большое за этот трогательный показ, я получила такое удовольствие, спасибо вам за платье, хотела с вами давно познакомиться. И это, наверное, был самый трогательный момент, я вообще, не знаю, потом шла, у меня были слезы, потому что миссия от радости, майже виконана. От миссия радости виконана, что я смогла доставить удовольствие этим показом, сколько мы готовились, наша вся команда отдает душу этому. Поверьте, я это знаю точно. И что вот этому человеку, да, как мы сделали приятно. Вне фэшена, да, который просто обычный нормальный человек, который интересуется модой просто как искусством. Да, можно я єдине питання і замовкаю? Далі ви говорите. От я на вас дивлюся, у вас дивна аура. Я трошки знаюся на аурі. Дивна аура. Ви така спокійна, непомітна, сіли така, сіренька мишка, можна сказати, вибачте, так? Але от водночас вас вчепився і ви притягуєте, притягуєте, притягуєте. Будь ласка, скромній людині можна, ну, зрозуміло, що можна вижити в світі дизайнерського, в світі моди. А як от не зірватися? Ви взагалі сваритесь на кого? Коли-небудь кричите? Никогда. Дуже рідко. І ви так спокійно і стали успішною дизайнеркою? Вот самое смешное, что у меня был тоже случай один интересный, который я сейчас вспоминаю. Моя мама познакомила меня с одной женщиной-дизайнером. Очень эпатажный, очень. Кто? Расскажи, ну кто? Не треба. Будь ласка, нас цікаво. Ну, вы вряд ли ее знаете, но она настолько популярна за границей, что вы даже о ней ничего не слышите. Ничего себе. Она просто настолько эпатаж, что вот весь коллектив, когда увидел, вообще был просто в трансе вообще. Кто это к нам пришел, у всех был такой ажиотаж, а кто это, кто это? Людина фейерверк. Да, да, людина полный фейерверк. И в общем, и она говорит мне, вот ты такая спокойная, вот знаешь, ты можешь этим не заниматься. У тебя ничего не получится. Вообще, как бы, все. Тут такие люди не приживаются. Тут надо быть серьезным, взрослым человеком, идти, как бы, по головам, понимаешь? В этом бизнесе по-другому никак. Вот, я так села немного, мне еще мама говорит, может, она права, может, может просто пусть будет ателье, да, как-то... Так как-то вот оно все будет. Я говорю, я не могу, у меня внутри я хочу столько всего выразить, это я могу выразить только в одежде, поэтому, ну, как бы никак. Ну, я думаю, моя клиентура меня найдет. То есть, ну, этот эпатаж, это просто не для меня, это не мое. Ну, и в итоге мы пригласили эту женщину к нам на показ. Все были вообще в шоке.
Она пришла со своим личным фотографом, который ее фотографировал везде, во всех ракурсах. Вот. Это был, наверное, гвоздь программы вечера. Мои клиенты все ее обсуждали. Но по факту, ну, как бы, это ничего. Вот просто богато. Есть она, да, вот есть Булька. Шум. А у меня абсолютно по-другому. У меня изначально, я себя никогда не пиарила, у меня изначально шла моя работа, и потом уже узнавали, и было интересно, кто я. А когда еще узнавали, что я это интересный человек, интересный такой персонаж, который просто другой. Потому что мне кажется, что люди устали уже от шума. Уже хочется каких-то действий увидеть. Угу. Так, слухайте, це Олена, лише підтверджує той факт. В студії ранкових курасанів у нас чудовий український дизайнер Олена Бурба, яка і спокійна, і врівноважена, і відповідальна водночас. Але ми знаємо, що ви сьогодні не одна до нас завітали в студію. Конечно. Давайте подивимось на ті ваші моделі, що вони відображають. К дійствію. Да. Міні-показ в студії ранкових курасанів, хоча так і трапляється. Не вперше. Будь ласка. Є показ? Так, є. От у нас одна модель. Та-ра-та-ра. Є музика? Це наш директор Тетяна. Вона ж модель, вона ж телеведуща. Директор, вона ж моя Нашка, подруга. Доброго ранку. Доброго ранку. А ви пройдіться, пройдіться, щоб ми подивилися, насолодилися. І вами, і сукнею дуже гарно. Але такі сукні варто носити без ремней, так? Олен, я пам'ятаю 80-ті роки, журнали про моду Радянського Союзу. Маленький хлопчик дивився на дорослих тьоть і отаке бачив там. Ну, мода ж, вона циклічна. Повторюється. Да. Дуже гарно. Ну, повторюється зовсім дякую, з другим оттенком. Маєте на ось сукня, це має бути трошки таке враження, що вона трошки більша на модель. Чи це так і потрібно? Це таке треба? На самом деле, от все зараз йде как бы, така тенденція, да, к тому, що мода становиться більш... скажем так, стиль минимализма присутствует все больше и больше, это считается хорошим тоном, и я, в принципе, с этим согласна абсолютно. Вот. И немножко модно оверсайз, как бы немножко как с чужого плеча, но оно так. Не выглядит большим, да, как будто бы подружки на платье делают. Просто оно не должно подчеркивать максимально фигуру, к чему мы привыкли, да, очень часто наши женщины хотят подчеркнуть талию, все, что вот как бы можно выделить красивого. Я считаю, что безусловно, это важно, но не каждый день, не для ежедневного провождения, потому что это безумно неудобно. Чоловіки, на вашу думку, коли-небудь все може бути масово, найближчим часом будуть носити сукні? Ну, 20 років. Жалко, от, как бы, да. От, ну, ви б хотіли цього, чи не хотіли? Много йде к этому, да, мене це не радує. Потому что я считаю, я традиционный человек, и мне кажется, все-таки есть красивые костюмы, можно же развивать эту тему дальше. Зачем уже идти в женский гардероб, да? То есть можно чем-то делиться, но не платьем точно. Олена, всем відомо, що ось ви представили на Ukrainian Fashion Week, своя презентація була у вас, колекція весна-літо 2014, і ви з нею ж поїхали в Дубай. Чому обрали цю країну? Тому що ми знаємо, що там традиційні ісламські жінки, вони носять... Вас запросили туди? Я изначально поехала в Дубай, потом я приехала на Ukraine Fashion Week, это было немножко так. Я ехала с тем, что я знаю, что я там буду востребована, потому что это моя сфера, я очень люблю длинные платья, очень люблю легкие материалы, я люблю женственность. И я знаю, что арабские женщины, они вот, в принципе, сочетаются с этим всем очень. И они очень женственные, они очень похожи с нашими девушками, на самом деле. Да, мне было немножко... долго как-то, я внутренне, да, с другими дизайнерами, мы говорили, было странно смотреть, когда к твоему стенду подходят женщины, закутаны в черное. Тільки да. Очі. И ты не понимаешь, подойдет им это, не подойдет. Ага. И вот как-то нужно и посоветовать что-то. А как меряют в таких випадках? Вони меряют же? Да, естественно. Вот я на черной сгоре меряют? Нет, ну естественно, они переодеваются, просто они не выходят и это делают сами в примерочной. Но мне больше всего, меня даже впечатлило другое. Вот у меня были там платья, я привезла с собой там с открытыми спинами. В принципе, меня не просили как-то менять, да, свои вещи, потому что там... Абсолютно нормально носят и открытые спины, и короткие юбки, просто они это скрывают, да? Вот. Поэтому я не меняла свой стиль. И вот один мужчина зашел, и он все посмотрел и побежал, как-то так прям побежал к нашему стенду, взял платье с голой спиной и такой, ой, как это красиво. А как вы посоветуете, ну, как бы, что вот сделать, чтобы закрыть спину? Мы говорим, ну, вот сколько вариантов с закрытой спиной, зачем же вы берете с открытой? Я говорю, ну можно одеть майку. Он говорит, да, мне очень нравится это платье, я хочу его купить для своей мамы.
Ми так удивились, думаю, Аня, Аня, у нас вже готова, так? Оленочка, давайте подивимося ще так. Таня, виходи. І розкажіть про цю сукню. Ой, сюди, який обруч гарний. Це не просто, да, це ще й сукня з обручем. Я очень сильно люблю принт цветы, и многие меня знают именно по этому принту. Потому что год назад мы сделали коллекцию абсолютно в цветах, и она была, наверное, одной из самых успешных. И очень понравилась нашим девушкам, и сейчас, даже на сегодняшний день, безумно актуален. Поэтому мы какие-то варианты делаем в цветовой палитре, потому что знаем, что это всегда уместно, красиво. И также обручи – это то, что… Это те аксессуары, которые я начала делать, потому что я начала заниматься аксессуарами не так давно, всего сезон назад. Сделала обручи и ожерелья, и на самом деле они были очень успешны, потому что потом даже в каких-то подводках, родниках из там, 10 там, девушек, которых выбирали, там, 5 были в моих обручах. И это было приятно, что мы так вот... Пафосное запитання, але все ж таки, хочеться щиру відповідь. Якщо ваш одяг перестануть купувати, ви будете цим займатися? Вот на самом деле, наверное, это самый важный вопрос, потому что я считаю, что критиков много, всегда будут тебя критиковать, но показатель – это твои продажи, твоего успеха. Если моя одежда станет невостребованной, значит, я что-то упустила, значит, я что-то потеряла, и значит, мне нужно будет взять тайм-аут для того, чтобы подучиться. Олена, дякуємо за те, що завітали до нас, поїли наших ранкових курасанів. Ви просто дивовижна. Успішна жінка, мати трьох дітей. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Спасибо вам большое. Передаємо слово Юлії Кремлівіні.